Вторжение в стан зимы. Идем по сугробам мы. За нитью тропы до нас кем-то пробитой. Идем, как в чужие сны, лазутчиками весны, деревьями в холодах прочно забытой. Такой человек снимал. Чужой. Будет новый ХББ? Да. Будет. Десятая часть. ДХБ. ХББ в ДХБ. Да, точно. Блин, когда аббревиатура. Главзам за вред из наш кур наш кукарь. Сочувствую. Комитет управления комиссией. Так, у нас аспирантуры российских университетов. Чтобы фокусироваться. Поняла? Она сквозная или... Назад вылезать сюда же. Спиковая. Спиковая. Извини. Ну такой свеч ты погадаешь. Слушайте, а сейчас, наверное, клёво гадать. Сейчас же святцы идут. Да. Кстати, а старый Новый год когда? Надо выходить из пещеры первого встречного, спрашивать, как его зовут. Не-не-не, вначале надо взять гад, раскрутить его за шнурки, зашвырнуть первого встречного, а потом, откачивая его, спрашивать, как тебя зовут. Если выживет и скажет имя, значит, точно мужик найдет. Нет, значит... Потому что такое везение будет. Слушайте, народ. Как я тут дозрел, что никогда не закипит, потому что огонек слишком малый. Закипает, и крышки закипает. Нету. Не, это не закипает, это дымит. Вот так оно и остывает. Нет. Да, я еще не брал. Народ, положи. Ты куда лезешь? Я туда лезу. У меня есть боевые наросты. Кто есть? Это же мои крышки. Мои миски. Это не гребешки, это ручки. Ручки, ручки. Это было заснято? Ну так, мельком. Мельком? Не поминай мелька. О, Мелькоры, великий и могучий. Да прибудет в Варде... Не уходит пока. Я даже не знаю, что. Народ, хороший тост, да прибудет в Варде. Давайте сам раскочегарим примус по полной. Я ухожу в соседний коридор. Пойдем на поверхность встречать нас. Кто здесь? Кто здесь? Люди. Правда? Да. Такой анекдот про накуренного таксиста. Про чего? Про накуренного таксиста. Про таксиста? Народ, давайте поищем других спелеологов. Кто-то не скептят нам чай. Ай, чёрт. Мы здесь уникальны. Давайте вылезем на поверхность, дойдём до старости. Знаю, господин. Так. А, вот я что сделаю на самом народ, деле. Народ, пошли в деревню. Замечательная большая деревня. Слушайте, а нам принципиально вот полный вот этот котелок? Принципиально, ты уж нас 8. Ладно. Подозрение шатаешь, это не бензин, так и говно. Голи, где таблетки? Надо просто ее подогреть по-человечески. Ну давайте. То есть, сделать следующим образом. Полить ее бензином конкретно. Так я удаляюсь. Ну удаляйся. Только зажигалку. Так, сейчас нам понадобится зажигалка. Не надо лить бензина конкретно. А? Конкретно ее не надо. Это там поется. Они конкретно мы сам уже пробовали. Конкретно уливание бензином подальше. Тут из угла снимать. Настолько экстремально. Плюс-минус вот это вот приблизительно. Умнее. Вот. Ну и, соответственно, смотри. Там с лампочкой. Вот сверху, прибей сюда есть. Нормально. Живу, тяну, как срок свои года, все складывая в память, как в мешок. А если грустно, вспомню иногда те дни, когда мне было хорошо.
Там потом переполненные поры, дыхание как будто на бегу. Там парень с рюкзаком уходит в горы по тропочке, протоптанной в снегу. О! Давайте за это сфотографируем. За это. Здорово сказано. За это. Мама, твой ли это рюкзак? Не, не моя. Это не в рюкзаке, просто смотри, чтобы не потеряли. Чего синяя? Кто синяя? Синяя одежда. Идешь к нам. Да, можно ведь это, можно снимать на видео со штатива. Тут там джинсы. Зачем? Я уже, в общем-то... Ну, это хорошо, что камера снимает так. Ты меня светишь в глаза так, что я уже комментировать ничего не могу. Там сзади оставался серый город. Куда же я по улицам бегу? Но пусть кого-нибудь уводит в горы тропинка мной пробитая в снегу.